Губернатор провел в Норильске совещание по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель. Работы должны начаться уже 1 июня. До 16 сентября строителям предстоит обновить 1040 метров покрытия. На объект уже прибыли 340 сотрудников. Напомню, реконструкция Норильского аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и Норникелем. Компания участвует в финансировании работ, направляя на эти цели 3 миллиарда рублей. Казна государства предоставляет 9 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России. Первый этап работ завершили в прошлом году, полностью обновят взлетно-посадочную полосу в 2018-м. И заказчик, и подрядчик подтверждают, что 16 сентября уже вся полоса опять в полном своей длине будет иметь все сертификаты, новое там освещение, новое светосигнальное, ну, всякое другое оборудование для полной эксплуатации уже по всей длине.